По сравнению со вторыми играми кочевников, в этом году в программе будет на 14 видов спорта больше. Так список пополнили сумо, стрельба из лука, армрестлинг, самбо и другие. Также эти игры будут проходить по правилам Турции, Венгрии и Южной Кореи. В состязании по великой борьбе кочевников будет выставлен абсолютный победитель без определения вторых, третьих мест по принципу «великий победитель один, остальные равные». Кочевники, то есть они играли, и у них спорт был не по стандарту. То есть там весовых категорий или медальных зачетов не было такого. Был один баттер, не было второго баттера, третьего баттера, и там не было весов. Да? Они выходили, кто хотел, тот и боролся. Да? И победитель являлся самым великим борцом среди кочевников. В этом году мы этот формат добавили, мы его назвали «Великая борьба кочевников». Игры кочевников – это не только спорт, это слияние спорта и культуры. В связи с этим будет особо уделяться внимание культурным мероприятиям, где будут показаны театрализованные представления, национальные конкурсы, международный этнофестиваль, а также различные мероприятия. Будет особое внимание также уделено средствам массовой информации, об этом сообщила замминистра культуры и туризма Айнура Темирбекова. По данному направлению мы вот уже направили приглашение свыше 80 средств массовой информации. В этом году идет большой интерес к нашим играм. Уже крупные зарубежные телеканалы побывали у нас в Кыргызстане и заверили, что готовы сотрудничать по данному направлению. Желающими быть волонтерами на ВИК с каждым годом увеличивается. На третий Всемирный игры кочевников было отобрано 550 волонтеров, из которых 40 международные. При отборе каждый волонтер прошел через два этапа. Обязательные требования были знания иностранных языков, опыт работы в подобных мероприятиях. На третьем этапе начнутся обучение, где будут учить историю Кыргызстана, достопримечательности, историю Всемирных игр кочевников. Для волонтеров на третьем этапе мы будем обучать волонтеров, то есть обучать по направлениям, да, по направлению спорта отдельно будем обучать, по направлению культура будем отдельно обучать, также по направлению наука будем отдельно обучать. С марта месяца идет усиленный отбор участников на Всемирные игры кочевников. Отбор продлится до июля. Государство на проведение ВИК-2018 выделило 306 миллионов сомов, из которых 128 миллионов на спорт, а 175 миллионов на культурные мероприятия. Аджан Нурмаханова, Азат Муратбеков, «Пирамида».